Всем доброе утро! Меня зовут Елена Голубцова, и я фуд-блогер. С вами телеканал РБК Пермь и рубрика «Ланчбокс». Сегодня мы будем готовить легкий завтрак. А именно яичный блин с начинкой. Для этого нам понадобится 2 куриных яйца, 1 лепешка, 1 помидор, 40 грамм сыра, соль, перец по вкусу. Время приготовления 6 минут. Взбиваем яйцо и выливаем на сковородку. Сверху кладем лепешку, жарим 2 минуты и переворачиваем. Сверху кладем начинку, помидоры, тертый сыр и формируем конверт. Переворачиваем, чтобы обжарить с другой стороны. Выкладываем и нарезаем. Всем приятного аппетита! С вами была я, Елена Голубцова, фудблогер и рубрика «Ланчбокс» на РБК Пермь. Доброго дня!